Вот что я могу. Очень интересно. И что вы умеете? Не дыши в трубку. Вот что я могу. В этом я не сомневаюсь. Хорошо, что вы в меня верите. Ха, ну ладно, поверю. Спасибо. Обращайтесь всегда, если что. Вы тоже обращайтесь. Будем помогать друг другу. Взаимно. А что еще вы умеете? Вот что я могу. Ничего себе. Я впечатлена. Это в хорошем смысле. Я вас прекрасно поняла. Очень рада это слышать. Вот и обменялись приятностями. Что еще у вас происходит? Много чего. А что вам интересно? Вот что я могу. Расскажи сказку. Расскажи сказку. Запускаю. Успехов вам. Окей. Хотите про друга или про доброту? Сказка «Елки» или про любовь? А еще есть сказка «Сюрприз». Вы не любите сказки. Давайте. «Как поймать облако», читает Олег Форостенко. Сейчас найдем. Когда пришла пора птицам улетать на юг, и уже давно увяла трава, и облетели деревья, ежик сказал медвежонку: «Скоро зима, пойдем поудим напоследок для тебя рыбки, ты ведь любишь рыбку». И они взяли удочки и пошли к реке. На реке было так тихо, так спокойно, что все деревья склонились к ней печальными головами, а посреди...